Непоседливая, храбрая, добрая и щедрая. Выражая характер Пеппи, юной артистке понадобится затратить немало энергии. Ведь героиня – это самый настоящий вихрь, который заряжает всех и всю своей динамичной добротой. На главную роль в этом спектакле выбрали 14-летнюю Зарину Сатурову. Сыграть настолько профессионально юной артистке удалось благодаря 3 годам усердных занятий в театральной школе «Росинка». Я пыталась увеличить свою роль, пыталась Пеппи как-то под себя подстроить, сделать так, чтобы было похоже. Есть какие-то отличия между вами? Может быть, да, сказать хулиганство. Вот она совершает очень много хулиганьё, она такая девочка, которая не такая, как я. Она более позитивная, более такая быстрая. Ну, мы очень сильно с ней отличаемся. Да просто повезло так сыграть. Театральная школа «Росинка» – одна из известнейших школ актерского мастерства в городе. Здесь воспитываются личности и будущие звезды с отличной сценической речью, вокалом и танцевальными навыками. Например, сыграть Аннику поручили 12-летней Милане Черных. Девочка всего-то пару месяцев обучается актерскому мастерству. Это ее первая важная роль, которую ей с легкостью удается прожить, выходя на сцену. Я очень хотела играть эту роль. Как по мне, Аника мне показалась очень веселой девочкой. Ну, она как бы такая очень образцово-показательная, пытается быть ей. Но внутри она как бы все равно такая веселая, эмоциональная. За долгие годы существования школы театров ДК имени Ленина было сыграно более 40 постановок. Многие из них становились призерами городских, краевых и всероссийских конкурсов и фестивалей. Филиал «Азот» объединенной химической компании «Уралхим» всегда поддерживает организацию, выступления и любые начинания творческого коллектива. В спектакле «Пеппи. Длинный чулок» задействовано 27 человек. Каждый из них обладает большим актерским талантом, считает руководитель и режиссер школы театра Екатерина Лабурец. На самом деле происходят такие моменты, когда от детей вообще не ожидаешь. Вот, от, например, от определенного ребенка вообще не ожидаешь, что он сможет, а он выходит и делает. Это очень такие приятные такие моменты, и поэтому и всегда кастинги делаем. Здесь особенность этого спектакля в том, что мы действительно детям дали свободу, и они веселятся, они сами получают удовольствие от этого спектакля, поэтому на него обязательно надо прийти посмотреть. Премьерный показ состоится уже на этой неделе, 6 апреля, в 14:00 и 17:00 в ДК имени Ленина. После спектакля всех зрителей ожидает веселая дискотека с параоновым шоу. Добрый спектакль придется по душе детям и взрослым. Успевайте приобрести билеты в кассе ДК имени Ленина. Алина Дудина, Никита Игнатьев, наши новости.